привет! Сам я из города Тараз и очень люблю активно путешествовать по нашей стране. У нас есть все, от Алтайских гор до Каспийского моря, от великих степей до столь же великих пустынь. А как же леса и поля, которым точно позавидовали бы все другие страны мира? Мы живем в столь же великой стране, у которой столь же великая столица. Однажды хана Жанбека спросили, почему он решил перенести нашу столицу именно сюда, в центр ханства. И тогда хан Жанбек ответил, он попросил своего слугу постелить ковер по центру комнаты и поставил в центре ковра чашу. И попросил своего старшего сына дотронуться до этой чаши, не касаясь ковра. Но, естественно, у него не получилось. И это была краткая история о том, как наш первый президент Нурсултан Абишевич Назарбаев решил перенести нашу столицу с города Алма-Ата именно сюда, в Акмолинскую область. Дневная часть съемки на этом закончена. А теперь давайте плавно перенесемся в ночной режим. В заключение к этому видео хотел сказать, давайте путешествовать по своей стране, ведь она прекрасна.